Летний сезон – идеальное время для прогулок в парке или похода в лес за грибами и ягодами. Нередко там можно встретить и змей. Мы решили спросить у жителей города, сталкивались ли они с этими рептилиями. Олег уже не раз встречал змею в одном из одинцовских парков. Сохранять спокойствие и не тревожить их – одно из главных правил. Если вы видите ужа, и он просто где-то ползет или просто лежит на солнце, просто не мешайте ему, пройдите мимо. Если собрались в лес, важно правильно выбрать одежду, чтобы защитить себя от укуса. Наденьте резиновые сапоги и плотные брюки. Змеи боятся людей гораздо больше, чем мы их. Поэтому в лесу, особенно в высокой траве или кустарнике, лучше громко топать и разговаривать. В случае укуса врачи рекомендуют незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Первым делом нужно вызвать скорую. Дальнейшее действие – это промыть как-нибудь рану. Ни в коем случае нельзя высасывать яд, накладывать жгуты, тем более делать какие-то надрезы на месте укуса. То есть первым делом – это скорая помощь. А еще при укусе специалисты рекомендуют обратить внимание на расцветку рептилии, чтобы определить ее вид. Это ускорит оказание помощи. Карина Яряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».